установили кондиционер. Минус, минус. Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на выставочной площадке компании LB Agromarket в городе Уфа. Нам обратился клиент с желанием приобрести трактор 1221.3 и дополнительно установить на него кондиционер. То есть кондиционер мы уже установили, сам компрессор устанавливается непосредственно в подмоторный отсек, используя специального кронштейна. Испаритель кондиционера устанавливается в кабину трактора. То есть что происходит в кабине трактора? В кабине трактора штатная печка МТЗ-1221 демонтируется, и туда устанавливается в тот же кожух уже совмещенный бутерброд из печки и испарители. То есть штатная печка 1221 демонтируется. Покажи. Да. Сам конденсатор установлен на крыше. Испаритель. Вот он. Органы управления самого кондиционера, вентилятора. Вот они. То есть вместо двух скоростей появляется три скорости. И регулировка температуры. Трубки проходят здесь в кабине конденсатора. Ну и дренаж тоже выведен через стандартное отверстие туда на улицу. Проверим работу кондиционера, запустим трактор, замерим температуру поступающего воздуха охлажденного. Вас заинтересовало такой трактор, либо трактор другой модификации, либо вас интересует отдельно установить кондиционер, можете переходить по ссылке в описании на наш сайт и обращаться к нам. Всегда рады помочь. Всего доброго.